Велкам, чуваки! Да, сегодня пожалуйста. У нас хардкор, бля! Сегодня Титан решил поиграть в игрушку по названию Wines Project Doom или контент японской версии. И вообще он будет проходить ее на одной, сука, бля, хпшке! Это самое лучшее вступление, которое у меня было. И мое мнение на все это дело, это полное говно! Вот. Ладно, стрим пошел. Я не знаю, как проверить или зеркалить? Ну, так ты включи сам у себя там стрим. Просто звук включи на стрим. Блин, как долго он переключается. Зеркалит, походу, немного. Да вроде нет. Не знаю, ребят, короче, если кто тут, пишите, если будет зеркалка, я переключусь на наушники. Просто я немножко занят тут. В общем, да. Я так за компанию. В общем, поехали. С Богом. Всем привет, ребят, я постригся. Вы поняли, он постригся. Что там встреча с тобой? У тебя там встреча нечего. Ну чё, сейчас уже нечего. Уже лысый стал совсем. Убавь звук игры. Даже я его слышу через скайп. Чё, убавим. В общем, да чё за нахуй? У тебя хламон работает? Показывает 6 человек на кидере. У меня даже это. У меня он открылся, но при этом не показывает ни одного из чатов вообще. Типа вообще пропали из списка загруженных чатов? Ага. И я даже не могу на эту молнию выйти. А, у меня вчера тоже такое было, я закрыл, открыл и по-новому добавил. Ну давай откроем, закроем, по-новому добавим. Чем вот эти уровни на машинке идиотские, тем, что они еще тормозят? Ты бы хоть карту это веб-то повернул, то у тебя только полхари видать. Да. Вот, я получше. А, тут босс идиот. Да нихуя, у меня не хочет. Вообще. Надо было разбираться, когда был шанс. Нет записи этого чувака. Что с его руками? У него будто кошки. Он не человек. Волына у него такая-то странная. Ты еще переводить задумал, что ли? Риски, ты можешь проверить вот этот весь хлам, который я нашел? Конечно. Кто там? Покажись. Ладно, не волнуйся, просто ангел хранит. Ну и вот, короче, игра начинается. Со второго уровня. Начинается скроллер. Платформер, скроллинг тут у тебя был в первом уровне. Тупанул. Эй, ну и говно. Да, самое нужное, что мне здесь подбирать, желательно, это гранат.
Они мне пригодятся. Второй босс. Этот уже пожёстче. Ну, тут тоже как повезет. Да. Ни хрена, у меня все равно не работает. Ну, мне повезло. Пока неплохо. Блин, что здесь происходит? Видите? А что у тебя так темно? Ты вообще свет выключил, что ли? Значит, включу. Сейчас, конечно, вот ты ебался, а. Темно так темно. Ну, не, ну, вся тут такая хай в темноте. В общем, следы этой хрени, которые были у тебя там, в этой той машине, ведут к какому-то Тимрону, ходят слухи, что он увлекается черной магией. Идем в китайский квартал, давай. Китай. Ой, ладно. А где Майка с Мегаменом? Я забыл. Надо Оксанке написать. Ну, в общем, охламон у меня ни хрена не работает, что-то. Напиши в чатах там. Да он у меня вообще не отображает. У меня молния, ничего добавить не могу вообще. У меня чисто вот черное это окошко гребаное. Вообще не понимаю, что за хрень. Он главное все работает, но при этом он ни хрена не загружает. Я говорю, у меня вчера такая же фигня была, я закрыл. Не знаю, не хочет что-то он. Спешка на пользу не пошла. Да ебать. В общем, сиди сам на чате. Напиши тест в чате, чтобы обновил. Так чё написать тебе? Да куда тебе написать? Напиши, что я ёбну. Ну так зачем мне писать? Я так скажу. Ты ёбнутый. Игрушка у меня никогда в детстве не попадалась, я не проходил до этого. И она довольно-таки ничего не загадана мне напоминает. Ну, хоть с нормальным управлением. Ну, как, ну наподобие третьего не загадана. Ну, даже лучше управление. Ну, лучше. Да, управление это очень хорошее отличие. Сегодня я решил посмотреть этого Скотта Пилигрима. Ну тут что-то. Тут-то ты уж как умудрился обосраться. Да хрен знает. Лошпиль. Ну нет у меня права на ошибку. Ну как тебе сказать? Фильтр в тему. Ну такой это прикольненький. Ну хоть нету вот именно жарно сортированного вот этого дерьма. Ну да, там. Хоть этого нет. Ну такие приколы достаточно все равно. Ну достаточно плохие. Ну такое ли. Ну вот. Нет, вот как-то вот видишь. Вот обычно как, если что-то типа такое как-то, ну, сверхъестественное, то есть это как-то объясняется. Здесь этого никак не объясняется. Ну это комиксовый такой. Такой комикс был просто. Там тоже ничего не было. Ну вот это как бы вот не очень прикалывает лично меня. Я люблю, когда есть всему объяснение. Ну да, непонятно откуда у всех, ну не у всех, откуда у главных героев суперсилы. Да, он главное ни с того ни с сего, нет, смотришь, то есть там первый чувак этот, ну, явился там, ну ладно, типа, а он-то типа по фильму, получается, ни разу ни с кем там не ебашился, что ли, в таком понятии. Так, если рассуждать. Вот. А тут потом как-то это, ну. Да он такой хуяк, да я тебя сейчас поимею махом, да и все.
Попа появилась. То есть ничего не рассказали, ничего не показали. Что случилось, блядь? То есть... Ну видишь, а про третьего, про третьего объяснили, что он типа там вегетарианец, типа там. Да это и слабость ионная была. Кстати, вот это было прикольно. Еще один идиот. Боссы не особо сложные. В общем, угадай, что я нашла. В общем, оружие того водителя с какой-то военной базы, особо секретный. Вот это ребята из отдела исследований узнали. Открою вам секрет, ребятки, и с этого уровня начинается жопа. Да. Вот. А грязь на одежде этого штрих-капта лежит из южно-центральной... Ну, короче, из южно-центральной Америки. Южно-центральная Америка? Были слухи про проблемы из города под названием Рикардо. Наверное, стоит проверить. Ну, я не хотел брать отпуск, но придется. И думаю, он пройдет в этом городке Рикардо. Поехали. Да, с этого уровня враги начинают сыпаться на голову, выпрыгивать из-под земли, стрелять. Птички появляются. Птички со следующего. Нет, в этом же уровне. Это все один уровень будет. Не, ну это четвертый. Ну, так а будет, птички будет, в пятом в лесу будут. Да тут, так этот, блин, тут так, этот один уровень, там тогда босс... Ну я по нумерации смотрю. Да не похуй какую-то нумерацию, ты босса не мочил, точка ее. А здесь босс, типа, стрельба вот эта, как босс. Ну, не знаю. Так, что мне надо? Мне нужна отвертка. Так, вот она и стрельба. Ну давайте, ребята, повеселимся. Ну тут, тут надо все очень четко делать. Сейчас, короче, он просидит 3 часа на одной стрельбе. Девушка, я пью. Надо поэкономить гранаток на последней части уровня. Чуть не убили. Да, это самое опасное место. Нормально. В общем, мы прибыли в Южно-Центральную Америку. Напоминает про дни, когда я работал на нём. Вот птички, вот видишь, пятый дышит. Вот тут начинается звездец. Тут уже будет место, где надо действовать по пиксельно. Ну вот, эти птички, блин, это тоже вот ниндзя-гайденовская беда. Но не ведут себя иначе, но тоже такие противные твари. Ну ты же любишь птичек, они же такие хорошие. Канарейки, я. Да что ты, мать твоя. На этом уровне надо очень аккуратно и медленно продвигаться местами. И местами... Чтоб не заскролить врага ненужного, который тебя поимеет моментально. Да. А чё там по зрителям ты пишешь? Нет, три пишут, не видели. Окей, давно уже не показывали. Сейчас я посмотрю. Так, тут три... А тут... Чё-то... А, блин. Так у нас, в общем, 3 получается. Блин, почему не переключается, сволочь?
Так Good Game-то у нас не показывает, потому что у нас этот-то не работает же ионный плауэр-то. Спасибо. А, ну... Так поэтому, я понял. Поэтому он и ноли показывает. Да. Он на ИК действует-то, поэтому... По именно по стриму. Может. Ну, по плаву. Сейчас, сейчас опасный момент. Прыжок-то что ли? Да, ну отстань. А вот здесь вот неудобно. Вот сейчас вот концовка здесь самая жесть. Тут надо я реально знаю. По кадрам. Вот. Мне надо, чтобы прийти это место, мне надо на тут на тот на самый-самый кончик приземлиться, иначе выбежит еще один враг, и мне будет жопа, там без шансов. Надо приземлиться на самый кончик, убить эту птичку, сделать шажок, убить другого штриха, потом увернуться от двух ниндзя с кунаями, и потом еще, еще одна, одной птичкой. Да сколько спать еще, Олег? Где-то через полчаса, наверное, приступить со скайпа уже. Mm-hmm. А ты? Ну, я еще серию «Дневники вампира» посмотрел, тоже смотрел. А сколько там серий? Одна серия, новая, последняя, уж. Нет, времени поскольку они уже. 40 минут. Вот тут вроде бы он так быстро вот на... На автофайр он так быстро махает этим клинком, и все равно враги частенько проскакивают. Все, но можно найти точку, чтобы, ну, получить пиздю. Враги частенько проскакивают в этот какой-то там долисекундный промежуток. Ну да, есть такая маза. Ну чё ж делать-то? Бывает. Так, у меня нулевая жизнь, поэтому надо до 5-2 добраться. Вот не знаю, пистолет здесь вообще абсолютно ненужная вещь, я не знаю, я там особо что-то ему применение не выхожу. Да, граната летит дальше, пистолет стреляет. Ну да. Это, конечно, нонсенс. Ну, он только в этих шутерных уровнях применение. Так, вот сейчас опять прыжок на краешек. Ааа, всё. Вот, вот чуть-чуть дальше выбегает этот чувак с синим, и все. Не выкрутится. Лошайк. Ну тут такие пиксельные моменты, тут пакет. Упс. Только я не понял одного, по какой хрен он там на бас-гитаре играет? Почему не на гитаре? Обычно всегда играет на гитаре, то есть главный герой. А он именно на бас-гитаре. Ты о чем? Ну, потом, Скотт Пилигрим. А-а-а. Еще и главное на бас-гитаре английского как бы производства. Да, он вообще на каком-то корче играет. Не, это бас-гитара, на которой играл этот, как его, этот Пол Маккартни в свое время. Во. Во. О. 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 Есть. Проскочил. Видал, как там все пошагово? Нет, да ну нахуй, это все херня. У тебя все херня. Конечно. Детский сад. Детский сад.
Лучше бы русалочку прошел, скажи, и то хардкорно. И то интереснее было бы. Тогда бы я бы это, ну, засек бы время, за сколько ты ее прошел. Русалочка тоже будет, но тоже необычно. Будет тоже хардкорный мод. О, вот этот уровень я не люблю из этих рыб. Да, там есть место, где жопно. Очень много, блин. Тут тоже надо передвигаться. Аккуратно. Да блин, ну вот как так? Чётко тебя подсекли. Свинский. Чё мне бесит, что здесь, когда погибаешь, забирают гранаты? Ну, бесит его, блядь. Ну, для одного хп это напрягает. Блять, главное берется за жопную игру. И поэтому ну, что-то еще напишет. В принципе, тут проблем с оружием нет, потому что все восстанавливается. Даже когда в ноль уходит. Так вот именно. Ну, меня только одно горчило, что теперь мне не придется искать другого босса. А мне этого не хочется. То есть мне придется что-то новое придумать. Ну, я вот сейчас надеюсь, что я его пройду еще в более сложном, чем ты задумывал, варианте. Ну да. Птичка гадская. Тебя опять убили? Нет? Не убили, но... Она все равно гадская. Пока она ранила. Этот пожопник экранчик, мне кажется. Тут это что здесь за босс? Махина здоровая? Да я не помню. А, ну да, это какая-то херня, которая стреляет, да? Легкая. Да ничего сложного. Да? Это не особо сложно. Там только главное не уебал, все нормально будет. Да я тут вроде как бы и не выёбываюсь в этой игре. Блять, я тебе говорю просто. Ну я понял. Я тут дела не знаю, блядь. Что-то иногда не по лампочке ты промахиваешься. Вроде бьёшь нормально, а не попадает вообще удар. Ну почему? Ну вот, было, я два раза промахнулся, вообще не понятно почему. Ой, отлично! Отлично! Что за? Гранда приглашает на вечеринку. Чувствую себя почти как дома. Плохо, неплохо. Это удивительно, что люди сейчас могут сделать еще. Я не понял, почему он это сказал. Это вообще голос из-за двери, что ли, был? Ну, а тут музло, кстати, козырно. В этом уровне? Да. Тут подставы еще больше. Ну, а там все дальше все наркотичнее и наркотичнее будет. Тебе кто-то... Вот салочку проходить. Ну что у русалочки-то можно сделать хардкорно, вот на одной хпшке тоже что-ли, блядь? Там уровни, там... Не знаю как уровни, но знаю, что арены с боссами переделали, с очень жопными боссами воевать только стало. Я не знаю, я еще не смотрел, но... Ну, я играл в эту херню. Да, ну нахуй, не серьезно. А тут что за босс? Не помню, слушай, уже забыл. Наверняка этот хрен летающий из стороны в сторону. Ракетами, которые стреляют. Такой тип.
кадр один не спас. Я на стриме. Ну хорошо, да. Ну хорошо. Хорошо, ребят, задавайте вопросики, не стесняйтесь. 4, да? Что вы думаете по этому трэшу, который пытается там пройти? Ну, да. Не то, что трэш, игра хорошая. Нет, даже очень хорошая. Что ты там говоришь? Да я говорю, чтобы ты задрот, ты ебанистический. Я? Ты такое чувствуешь? Сам придумал? Ой. Ясень пень, к соседке-то не обращался. А! А? Как этот чувак меня чуть не подсёк? И он тебя подсёк. Да блин, я просто уже тут не ориентируюсь, я не знаю, как мне действовать. Фух, сбился. Ну, главное, что до 6-2 добрался. Уже теперь отсюда начинаю. Так, с гранатами напряжёнка. Чё у тебя напряжёнка? Ну, было вообще 3 гранаты. Ничего. А! Ну тут... А-а-а. Ну тут не было куда деться. Там как-то надо... Там как-то надо их по-хитрому отскролить по одному. Потому что двоих сразу увернуться невозможно. Сразу перепрыгивай. А, на пролом? Ну да, может получится. Но там тоже, видишь, тебе надо высчитать момент, когда он уже перепрыгивает, то есть уйдет вверх. То есть тебе надо по низу ним пройти. Ну да, они выпрыгивают как-то по-разному. Иногда высоко, иногда низко. Да нет, он прыгает так же. Это они в разных местах прыгают по-разному. А тут-то они прыгают так же, факт в чем? То есть тебе надо, когда вот он прыгнул, тебе сразу за ним прыгать, чтобы он... То есть пока он будет в самой верхней точке, тебе надо... Да, я лучше прыгаю. По одному отстроим. Ну или по одному. Дабл килл сделал случайно. Фу, блин. Троллинг. Толк. Да, это вот есть такая маза. Так, что у нас тут? Ой, блин, это конченый козёл. Тут ракеты, эти взрывы от ракеты иногда задевают. Как повезёт. Нам тоже не сложно так. Нормально. Все нормально. Хард, беги, опасно. Разговор. Что за... Подумал ты... Бываешь, я... Мелик, что случилось с тобой? Я нашел источник зеленой слизи. Кто с тобой такое сделал? Человек с твоим лицом, он. Кстати, бабу-то эту нашу похитили уже, походу. Да? Наверное, пропустил момент. В общем, её похитили. Мы ее должны спасти. Параллельно. Ты кэп. Да. А удастся нам это или нет, мы узнаем немножко позже. Не пропустите. Только на нашем канале. Спасибо, пока не поздно.
общем, я так понимаю, это какой-то его кореш был. Да я хрен его знать, меня спрашиваешь, что ли. Так, опять же Ninja Gaiden. Ну вот это вообще классно сделал, вообще круто. Тут вот в этой игре что круто, тут вот на уровне, где на улице, тут очень крутые задние. Что взять вот второй уровень сразу, что этот, задний какой-нибудь бомба. Такие многослойные. Так что еще? Ты знаешь, что еще? Нет. Хайкат болта открутил. Че? Хайкат болта открутил. Уже. Уже? Да уж. Катастрофа. Куда дел-то? Куда, блядь, дел? Так. Вот этот уровень уже действительно веселый. Да ну нахуй, тут можно. Чувак, просто... там канализация потом. А, ну канализация есть, местожопная. Там, да, там можно. Чё-то. Да, убрал. Блин, прыжок не сработал. Куда убрал, бля? Признавайся. Чё? Убрал. Ну, кое-что отдал, блядь. Сука. Ну, ты с чего мне делать? Менял тут. Тоже есть респаун врагов. Ну, что таких птичек особенно, но он не такой доставучий, как Ninja Gaiden. Он такой наподобие, как Ninja Gaiden 3. Там респаун. Нет. Ninja Gaiden 3 вообще халява. Респауна нет. Не знаю, что это. Как Кастельвания, наверное, такой респаун. Так, начинается очень дерьмо. Так, канализация. Мне здесь этот музончик тоже нравится. Тут уже... Вот этот уровень мне, кстати, Бэтмена напоминает. Третий уровень, да. Чик. И унитаз. Да. Из-за этой воды еще сложнее управляться. Окей, молодые. Уклоняться же от всего дерьма. Говно, у меня проводов нету. Это крыса против, наверное, немного. Да. Почему у меня нет проводов? Нашел? Конечно! У меня же запасы были. Пришлось из загашника доставать. Так. Чё там упалось? Да, блядь! Чё там? Ой, не глазай! Фу! Так. Фу, так. Вроде второй экран был самый сложный. Блин, вот эти самые сложные, на третьем тоже сложные. Да ёлки-палки, ты видишь, что творится? Так хорошо два сложных экрана одолело, тут ничего не получается.
Пока не вижу, родной. Занят. Сейчас провода возьму и вернусь. Надо до босса просто добраться. Ой, как надо. Убирайся. Так предпоследняя жизнь. Сейчас сливаться, ну никак нельзя. Тут аж 4, ты понимаешь, это уровень длинный, но уже аж 4 вот пошел этот отрезок. И да, я добрался до босса. Я убей босса. А, это просто дело. Тут главное не спешить. Эх, все, я вернулся. Да, он тупой. Ну, тупой паттерн. Но все равно очкую, знаешь, нулевая жизнь. Просри, просри. Да просри уже, блядь. Мне кажется, если бы в этой игре было просто три сердечка, как любой другой, она была бы, в принципе, тоже довольно адекватна. А тут 20 черточек, это вообще же не делай резких движений, где баба. Не баба, а девушка. Не играй со мной в игрушки, где баба? Девушка, girl, написано, нет? Чубиха! Oh, yes, girl! В общем, ничего он нам не сказал, только там похрюкал. О, вот это чуваки этих с гайками не любят, блин. Да-да-да. Я еще по 2 хп. Лучше гранаты убивать. Да эти шайки-то херня. Не всегда, в принципе, попадают под меч. Редко. У меня нулевая жизнь, надо было вообще-то слить, конечно. Так сдохни, чё, в яму упадет, да и всё. Да, я уж так иду неплохо. Да он этот уровень так-то несложный. Тут даже есть момент, где можно проскочить это на пролом и не потерять ни хрена хп-шки. Вот следующий там спуск где-то. Не тут. Вот следующий экран будет. Вот там можно. Я там четко вообще разработал тему, что можно бежать это на пролом и тебе. И... ни хрена никто ничего не сделает. Ай. Да ладно тебе, ёпт, один-то раз. Как просерон. Да блин! Мужик один раз. Мудаки электричества. Эй, ты тут давай электриков, тут там не оскорбляй. Ну блин, ты ж не выглядишь так, будто тебя ебашит круглосуточно током. Так нет. Я-то с электричеством-то не так уж много работаю на данную секунду. Я сейчас больше с сигналами. Этот уровень мне, кстати, тоже Бэтмена напоминает. Там тоже второй уровень, типа, есть в этом провода. Второй. Но катсценки в этой игре, конечно, послабее, чем в Зарадине, очень мало анимации. Тоже красиво нарисованы, но анимации их нет. Не шевелят губами, в отличие от того, как они убирают. Там не двигаются. Ну извини меня, тут в игре зато спецэффект куда больше в Ниндзя Гайдена. Ну да, ну эта игра поздняя. Как поздняя? 90-е что ли? 91-е. Ну и чё? Ниндзя Гайден там... 89-е. Ну, чё тут? Ниндзя Гайден тоже можно отнести к поздней. Ну да. Подожди, а Кастл 3 когда вышел? 89-й. Ну, я бы не сказал, это, что... Это среди... Это средина. Вот я считаю, что это средина временного цикла.
грубо говоря, будем считать, что с 85-го, ну, так, по Америке, 83-й, там, реально, вот, только не перевезли. Так. Там, как на Atari, все эти все игры бесконечные. Ах, я лошара! Да тут, это вообще лук. Не выдержал напряжения. И пукнул. Да, и пукнул. Хорошо, что вы не чувствуете запах. Да, как там, 4D у нас пока еще нету. Типа считается уже 4D, это типа есть, и это типа вот как раз передача запахов. Так, ну в общем, до 8.2 добрались, уже неплохо. Вот этот тут, ну, нелинейный такой этапчик, ну, поверху, понизу, там, то есть. А, блин. Я вот про это даже не знал, то что я лично понизу всегда иду. Вот там поверху лучше пройти, но вот этот один прыжок, там получается ступенька как бы для... И чувак зацепляется и... умираешь. Мне по низу я вообще четко весь уровень прохожу. Тебе говорю, я по низу идешь, просто тупо на пролом прыгаешь и не тупишь, и все. Ну, я... Вот такая. Тут поверху врагов меньше, кстати. Тут почти нет. Да, блин. Ну нафиг мне эта курица, спрашивается. Ну, создатель этого хака, он... Твою ж мать. Создатель этого хака Ломакс. Да я знаю. Чё ты думаешь? Ещё за Чип и Дейл там возьмись от Ломакса. Так, вот этот бот такой. Блин. Он тоже лёд. Он тоже легкий, но я тут помню. И все заново. Нет, тут вот 8-2 коротких. Тут два участка. Вот 9-й длинный, там. Там еще троллинг такой. Вот если здесь потеряешь жизнь на 8, не контами, а жизнь на 8, начинаешь с 8-2. Там Б, ну, второй час, это вообще коротенький, там два врага и босс сразу. А вот в девятом там такой длинный, блин, участок, будет босс. Ну, попробую по центру пойти, не понял. Ай, шарики съели. Вообще, может, вот так аж понял, по самому-самому понял. Ну вот прыгай, да и все, иди, прыгай, и не... Да не надо, не мочи, просто бы шел, да и все. Блин. Там все четко идет вообще. Сейчас попробуем. Ты сюда, да, ходишь? Я, да, я сюда по низу хожу. Просто прыгай, иди на пролом. Да не стой вообще. Забей про все, вот только вот тут вот. И... Все. К тому же самому момент пришел. Да, по низу проще. Ну, я тебя прошу. Не слушаешь ты меня никогда, я... Да я, головка от хуя. Так, ну с этим боссом главное не затупить, чтобы не попасться. Все будет нормально. Придется загашничек опять использовать. Босс очень сложный. Так я вообще тут помню. Не знаю. Арт, я тебя устал. Искала, понятно. А, баба другая, София. О, София, это всего лишь ты. Ты, я. Конечно, я ожидала более теплого приема. Ну, раскатала и теплый прием. Ладно, извини, просто реально волнуюсь, что ты спишь. И вообще о ней ничего не слышно. Слушай, прошел слушок, что Кристи была похищена какими-то ребятами в униформе биотек лаборатории.
Я опять твой должник, спасибо, Сэйфис. А ладно. Парь. Потом рассчитаешься. Так, вот тут уже тоже начинается. Да, тут не сложно. Продал 9-2 здесь тоже кончено. Вот эти медведи, блин. Да, ну, они убиваются легко. Да ё-моё! Да ладно. Придурок криворукий. Ты, блядь, даже на черепахах, когда этот тащил, то так не нервничал. Я понимаю, что тут это из этого одного... Вот я на черепахах нервничал, когда был... Застралась у меня одна чёрточка. Я нервничал. А тут всегда так. Тут как-то... Одна ошибка и фатальная, из-за этого все время такое напряжение. Ты же хардкорщик, ты должен справляться со своими... Эмоциями. Конечно. Я... А ты ноешь как баба, я... Чё ноешь? Я просто виноват, сам себя оскорбил. Поебу себе. Фу, блин. Ну, Ванечка. Ай, блин, я забыл, эти синие прыгают, коричневые стреляют. Затупил. Чё-то думал, что он на меня сейчас побежит. Шляпок. Для куски дерьма. Блин, чувак, я старею. Все мы стареем, все мы смертные. Меня... Чего у тебя? Меня раньше никогда, во что бы я ни играл, никогда не потелило дождь. Сейчас такое иногда случается. Не сильно, нет такого, знаешь, там мокрый джойстик, но... Раньше такого вообще не было. Главное, что не мокрые трусы. Трусы от некоторых игр просто прогорают. И чтобы до очка не добрались, а то вообще печально будет. Есть что прошок? Так что, ребята, после хардкорных стримов донатим мне на новые трухэмы. Да. Ну да. Ты решил, что? Ну ёпер, ну я... Давай заноси. Ну ладно, ты... Ну ладно, ты позвонишь по домофону, я спущу. Да нет, спущу же, говорю. Нет, дёргай сильно дверь. Ну ты позвонишь, как вчера, короче. Все, давай. Видишь, как хорошо. А уже не работает эта фигня, дёрни сильно дверь. Нет. Усилили магнит. Да, немножко напряжал, подарит козлы. Не, с одной стороны нужен, блядь, заебали, школота прёт просто. Не, ну если, понимаешь, те, кто не знают, что можно дёрнуть сильно дверь, они... Школота уже вся знает, она уже вся прошаренная. Она уже хлебом не корми, ёпта. Они уже приходят, я выхожу, такой стою у двери, ну, уже вот выхожу, как бы, из подъезда. Такое, хоп, они дергают дверь. Ну, открываю, я такой, так, куда? Погреться.
Я говорю, ты ебашь к себе домой, там и грейся. Да. А то обсыкают подъезды, блин. Да вообще, не, меня, понимаешь, меня что напрягает в этом плане? То, что почему именно в наш-то только? Почему вы только к нам-то ходите, ёб твою мать? Вот тут, знаешь, мёдом тут намазано, что ли, главное? И при этом еще не ходили. Смотри, что творится. Два текстуры, блядь. Да забей ты про него. Надо убить, а то еще вылезет вдруг. И еще самое это прикольно, знаешь, у нас сделали ремонт в подъезде, и вот и народ попер. Знаешь? Хуя ты сдох, блядь. Отложенулся, конечно, чувак. Ну, он успел насрать мне в душу перед смертью. Знаешь, вот, вот это вообще бесит меня. То, что вот реально нас только сделали ремонт, и уже надо прийти все засрать. У нас тоже до домофона очень много ходили, у нас очень широкие площадки, ну, то есть у нас можно там неплохой компании, знаешь, сидеть. Поэтому сюда тоже как медом намазано бегали. Че заебали? Между этажами тоже пролеты большие. У меня он сосед постоянно на улицу теперь ходит и сторожит, чтобы мне какая тварь не прошла. Вахтер на пол ставил. Ну, типа того, я сегодня прикалываюсь над ним. А девятый, десятый, одиннадцатый, это уже истинная жопа. Тут уже да, расслабляться в общении. Может, это коричневый грань вообще не трогать? Чего там коричневого? Ну вот тут сзади. Вот видишь, мне чувака заставил, короче, сделать мне задачу по экономии энергоресурсов. Мне было просто реально ее впадло делать, потому что она и не сложная. Но мне было так впадло делать. Я, конечно, сплавил дело. Да просто так? Ну, дам я ему сотку-то сверху. Да он мне должен, как земля колхоза. Троллинг, троллинг. Ну, ёбаный. Тут сразу надо просто сюда забежать, иначе получишь зайку. О! Ну вот как можно? Да ты сам ложанулся. Ты просто запаниковал. А он понял, вот гранатой как заденет взрывной волной эту гайку, она еще выше летит. Он последний смертный час кидает выше. Все, и вот это босс уже, по-моему, все. Да-да-да. А, не, не босс, а 9-2. А, 9-2 только. Вот этот длинный, один здесь он перед боссом. А, жить. Ну это, да, он легкий. Его, кстати, я и даже так заучил, он вообще не сложный. И я его по дефолту вообще постоянно. Я не люблю пользоваться оружием. Я гранатками пользуюсь для безопасности. Нет, тут понятно, что тут-то, если будешь пользоваться гранатками, лучше проще становится. Я тут не пользуюсь, как бы, ну, когда играю по нормалу, там, тут все легко, он не сложный вообще, ой. Этот пол проваливающийся начинается. Там дальше. Ай. Убил, убил. Вот сейчас сложный момент. Да ну, чё тут сложно? Это херня. Всё. Босс. В чём проблема-то? Создаёт какие-то проблемы, ёпта. Вот так вот. И теперь самый сложный уровень.
В общем, нашли мы свою бабу, точнее мы ее так перерубили. Ну да, взял, похерачил. Кто ж знал? Нехрен рубить-то все подряд. Ну а чё, у меня один хп, мне можно, я нервный. Боже, Кристи, что я наделал? Нет. Кого ж я ебать ты теперь буду? Прости, у меня была задача. Я люблю тебя, я очень устала. Кристи, держись. Задача или я люблю тебя? Не, там была задача. Потом... Я устала. Моя задача была. Она говорит, беда. Кристи. Да, тебе не Кристи. Тряк. Беда Корпорейшн. Ну, прям как в нашем мультике. Каком? Ну, Остров Сокровищ или как. Ну, это, про яхту эту беда. Победа. Остров Сокровищ. Приключение капитана Врунгеля, что тройной. А, точно. Ты капец, блядь. Тебя за это расстрелять надо. Ну, простите. Такие да, лучшие... перед этим уровнем надо перегнуть. Тут желательно использовать Safe State. Не, ты не понял. Safe State вот сейчас в самом начале, потому что если одно касание ловишь раньше, чем надо, все, можно дальше не играть. Тут есть тут три жизни и два места, которые 99 лет ты теряешь жизнь. Твоя задача дойти с последней до босса. Вот. Поэтому если теряешь раньше, там грузишь Safe State. Но я не буду, я все-таки постараюсь. Не понял, ни хрена не понял. В общем, у меня сейчас нулевая жизнь, я тут разбитая. Ну и чем дальше? Ты сдох. Вот, у меня сейчас три жизни. Тут начинаешь с того же места, как сдохнуть на машинке. Вот. То есть две жизни я походу теряю 100%. И... А, ты дохнешь и продолжаешь с этого же места? Да. Вот это место, эти зеленые машинки. Практически нереально от них увернуться. И там еще одно будет место, где тоже 99,9, чтобы дохнуть. Ну, это вообще упрощает задачу. Не, поверь мне, это и все равно это самый сложный уровень в игре. Да ну я не спорю, он сложный, но... И, ну вот я погиб раньше времени, сейчас увидишь. Вот сейчас будет развилка, вот здесь нереально выжить. Все. Единственный шанс так выжить, это еще заработать жизнь лишнюю. И мне еще босс здесь не, у меня этот босс вообще не получается. Я вот сколько пробовал. Он легкий, он там все по таймингу, там все легко. Вообще без проблем. Будешь мне давать совет? Я его на ноу дэмэдж убиваю вообще без проблем. Я только бывает, мне терпения не хватает, поэтому я его гашу, это бывает. Ну, фу. Да блин, ну все, я ускорялка используешь без проблем. Ибо нет смысла. Так что это единственное то, что чё, а так. Тебе говорю, все это легкая игра, а? Даже на одной картошке легкая. Да, ну я не знаю, это чуть ли не на уровне таса нужно вот проскакивать no damage. Так, вот сейчас я заработаю жизнь, сейчас мы еще. Главное не затупить. Но я уже. А уж вот это 1, 2, 3 дает? Скорость передвижения машинки? Ну коробка передач. Так что, я вперед быстрее ехать начну? Ну да. Попробуй, включи, увидишь. Короче, я уже просрал жизнь, которую заработал. Опять зеленые козлы. Да блин, ну это вообще троллинг. Нормально. А. И не спасла меня жизнь дополнительно. Теперь ждать следующий шанс через 100 монет. Блядь. Сейчас сам сяду, быстрее тебя пойду дождать этого момента, когда мне полугри придется пройти. Ну блин, ты. Блин, можно было объяснить.
смерти. Я не знаю, ты так говоришь, будто это реально настолько легко. Просто, может, ну, если ты в эту игру много играл, может, так, может, ты просто в эту игру много играл. Но я все равно считаю, что с одной ТП-шкой ни хера не легко. Блять, ты сам видишь по своему прогрессу прохождения? Ну так вот, два самых жопных уровня-то и осталось. Все было до этого не особо так. Ну как, с пятого уровня средняя сложность становится. И вот последних три это полная жопа. Потом еще и стрельба жопная довольно-таки. Там тоже надо выучить все. Ну там же, если туда дойдешь, оттуда начинать все равно. Я чётко припой-то положил, вообще красотень. Я вообще, у меня скроллеры плохо получаются, вот, что-то там, самолетики там, и подобные вещи. У меня ужас с такими играми, поэтому мне вот эта беда вообще тяжело дает. Не знаю, как мне в детстве Spy Hunter, так Super Spy Hunter хорошо тащил. Я сейчас сажусь, у меня то ли реакция уже с годами пропала, то ли чё. Если я так неплохо и в Life Force сгонял, блин, ну как можно было тут умереть? Легко. Идиот. Да ладно, конечно. Не храни себя. Да ну нафиг, еще тут сдох. Точнее, все правильно, что тут сдох, но раньше, чем надо. Так, я добрался до босса, и мне тут пусто. Ну и чё? Чё гасить-то её? Помочи. Только аккуратно действуй, все. Ты держись от него как можно подальше. Я то стараюсь. Есть не стой рядом с ним, уходи от него. Да ё-моё, зацепил. Ёбаный. Посади, блин, титана за машину, блин. Все сольет. У тебя права-то есть? Я школу закончил, а на права не пошел сдавать. Ну вот, и оно и видно. Да, обидно. Ужас какой-то. Какой ужас-то? Не знаю, у меня этот уровень. Если в тех я могу себе тогда позволить попиксельно продвигаться, подумать там, выучить, здесь за... Я так уворачивался, и все равно они меня настигли. Так. Часть провода готова. Эти аптечки выпадают, как насмешка. Получился чемок. Ну что я мог сделать? Как я мог среагировать? Должен. Ты же хардкорщик, должен. Ну она прям из ниоткуда, прямо в зад. Должен. Когда мыло, наверное, уроняешь, то примерно тоже происходит. Ну вот видишь. Ну дебил, а? Ну дебил. А ты говоришь, нельзя увернуться. Я сказал, что ну очень тяжело. Оно там еще, они немного себя рандомно ведут. Ну то есть вот поначалу вылетают. Вроде держишься порой в самом низу, а они как-то не сразу не на тебя летят, а так чуть спереди тебя, и ты успеваешь еще с ними повоевать. А бывает, они прям летят со старта на тебя и что-то не могут делать. Сейчас надо проходить. Ну у тебя две жизни получается. Ну да. Ну он долго, да, мочится, но я говорю, он не сложный. Не держись только близко к нему. Ну а как по нему попадать?
Так и попадай, тут не торопись, главное, ёпты, понимаешь? Он шариками еще по-разному стреляет. Он только стреляет туда, куда ты едешь. Не, я имею в виду, они с разной скоростью эти шарики летят. Да это не важно, если ты умудряешься... Ты как чуешь, что он начинает шариками стрелять, сразу в бок или куда-то уходи. Да опять он меня сейчас убьет, я не могу с ним воевать вообще. Блин, два раза об борт убился. Я нахуй, ёпта. Уволен. Не могу я вот этот уровень проходить, меня умораживает. Ну сука, как я пытался, все до лампы. А, не могу управление поменять на этот уровень. Да блин, ну! Ну это свинство вот это. Так, подожди, управление поменяем. Как не машинка, так в борт пилю. Так, это все полезно. Успокойся, ты, а. Чё случилось-то? Что ты так нервничаешь? Так. Будь осторожен, где возможно. Я знал, что я здесь засяду. Но я, честно говоря, думал, что я еще раньше засяду. Но то, что я здесь засяду, это я был уверен. Ну, no comments, как говорится. А ты на чем играешь? На Nintendo играю. Чего? Ну че, не помнишь фильм, что ли, блин? Ну, в начале фильма-то. Типа, на каком там инструменте играешь-то, блин? Вот он сколько играет. А он че, на геймбое играл или на DS? Не, в DS-ка. В Зельду он играл, я по звукам помню. Я не знаю, я ну как... там был звук открывания, как сундук открываешь, находишь, что там был звук. Момент, да? Окей, сейчас я иду. В общем, я пошел, сейчас приду. Google пришел. Да не, Google мне контрольные не делает. А чё? Чё ж ты так слабо? Сейчас, то есть, чё слабо? Чё ты ещё Гугла не натренировал на контрольные? Он вообще же учиться отказывается. Вообще, да. А кем он работает? Оператор поставил управление. Нормально. Ну, стоит на муфту затяжки, муфту наворачивает. Всю смену, 8 часов, не отходя от кассы. Я раньше крутил так же. Прибыльное дело, раз себе там компы и PlayStation не покупают. Ну, получается неплохо. Ладно, сейчас приду. Да, у меня с этим боссом полная, ничего не могу с ним поделать.
кратером и зипнем в нем. Почти весь уровень. Ох ты, блин, как оно вылетело, ну ничего я не могу сделать. Могу я с ним бороться. Ровер. Ровер надо. За помощью. Лучше сдохнуть. Посылай блэк нахер. Так, ты тут тогда тащи, и я тебе это, ну я микрофончик отключу, тут немножко занято буду. Ладно, давай. Я забываю в эту мире. Ничего, палы. Как с змеёй это не воевать? Ну мне так двигается противник. Чё, я с ней не могу поделать? Боже, как я ненавижу этот уровень, это просто какой-то, блин, пытка для меня. Из этого одного уровня я могу возненавидеть игру хорошую. Понятное дело, когда у тебя 20 черточек ТП, тебе как перуны то, что тут. Узкие места и тролльские там атаки. Да еще 3 жизни. 60 черточек. Вообще. Почти что с бессмертием. Кажется, в той игре, кроме как от падения в яму, вообще по-другому не умереть. Сейчас бы еще жизнь за монетки заработала, вообще было бы просто так, было бы шанс действительно пройти.
Мне нужен спредган. Вообще по нему не попадаю. Котён. Таким, блин, опасным моментом прошел. Прям какой-то Mortal Kombat, блин, 2 или 3 там какой-то, на башне там молнии были. Фух, последний уровень. В нем аж 4 чекпоинта, то есть до 11-4 нам надо дойти. Уже перестрелка, конечно, жопная, но... Вроде я отбил эту гранату. Фу, ребят, сейчас всех. Погнали. Перестрелку надо выучить. Первых разов она явно не пойдет. Отлично! Отлично! Ну и шо? Мне здесь музончик в этом уровне нравится. Больше всего. Этот уровень очень жопный. Особенно третий участок, там реально какое-то такое везение должно быть, чтобы пройти. Ну, а здесь так, это напролом работает лучше всего, как на присяде. Опять надо управление применить, добавить скорости. Ой, тут безудержное веселье. Тут надо убивать гранаты выпрыгивающего врага. Четко-четко надо стрелять.
Блин, можно провалиться в этот маленький квадратик. Никогда такого не было. Ты вот не попадаешь, все, это без шансов. Я тебе говорил про этот момент. Тут как повезет. Тут тебе надо, чтобы тебе повезло. Вот видишь, я гранаткой надо врага убивать. И вот да эти... нет, бывает и повезет проскакивать. Да, у меня получалось бывало. Но это как-то от них зависит, как они выпрыгивают. Да. Ну там еще не карты выпрыгивают, а от именно от скроллинга твоего прыжка. То есть там на немножко на пиксель раньше прыгнул, тогда повезет. Нет, значит не повезет. Да блин, я же вроде не должен был этот кунай забивать. Че, прошел, оказывается? А я не смог увидеть этого эпичного момента. Ты что видел, там когда у этой змеи осталось 2 хп, я там такое исполнение показывал, что я сам, блин, охренел, мягко говоря. А я был занят. Там просто, ну реально, я там прям возле головы этой змеи, ну, так неудачно оказался, между ее головой и между обочиной, я там в миллиметрах от тройного выстрела увернулся и в борт не врезался. Я, честно тебе скажу, мне тупо повезло. Ты был просто вахуе. Я чуть не обмочил себе штаны. Да ладно, не интерес. Тебе ж не привыкать. Вот я здесь практически бегу на пролом, вот можно заметить, здесь прям просто вообще какое-то обилище происходит. Аж тормозит все. У тебя компьютер не тащит? Да. Опять ишки добавь. Так вот, ребята, игра, которая занимает 256 килобайт, вешает номер платформ. Вот так вот. Это вам не современные игры. Это вам не Крузис. Да, на ультра. Да чтоб тебя, мать твою. А блин, вот этот ниндзя с кунаями меня все время убивает. Ну правильно делает. Там вот надо между его этими... кунаями протиснуться. Во, так. Да, ну сейчас одна жизнь. Сдыхай тогда. Да не, ну тут, блин, тут можно и с нулёвкой затащить, если повезет. Вот именно, если повезет. Тут тоже надо вот этого первого с ниндзя застролить по-любому, иначе 2 выстрелят, шансов вырубить. Ну вот. Вот тот случай, когда промакиваешься гранатой. Вот сейчас можно было проскочить, ну если бы я на пролом бежал. Ну, видишь, да. Он иногда эти, ну, ножички он бросает выше, находясь, он не сразу. Я знаю, что ты мне рассказываешь. У меня была ситуация, когда я вообще проходил эту тему, вообще даже меня не косили, оба прыжка. Я когда первый раз вот пробовал этот уровень, я вот этот экран вообще весь на пролом пробежал. Ну, с первой попытки, вообще я его не знал, думаю, а, попробую на пролом. У меня получилось, ну сколько я не пробовал, ни разу не вышло. Я и забил на это дело. Хорошего, как говорится, понемногу. Ну, Лёвка, лучше сдохнуть. Ну, Лёвочка, ну, Лёвочка. А у нас какая версия ходила? Гандек? Да, больше что ли. Да. Вроде да. Надо посмотреть. А, да, Гандек. Чё это? У меня ж на кайке-то есть же. Никакая она не поломанная была, все, но... Вот, слушай, не знаю, но у меня лично нормально. Хер вам знает, может кому-то и свезло. Кстати, если не ошибаюсь,
Это от этой же конторы злосчастная игра Metal Storm. Сэмит, что ли, это? Да. Не знаю. Я знаю, что эта компашка сделал Guilty Gear, вот это да. Так, вот сейчас тут что-то сейчас будет твориться, надо вспомнить. А, сейчас будут эти панки гребаные прыгать со всех сторон. Всё, я понял. Ничего бы не понять. Ну, тогда вздыхаешь. Да. Да, тут их будет аж штук 6. Это жесть. Фу, блин, выйди как-то. Попал. Нет, можно попробовать гранатами потыркаться. Ну, сильно не потыркаешься, потому что сзади до хрена выпрыгивает. Вот это только два спереди, и сейчас еще 3 или 4 сзади. Так, и вот сейчас, если я попадаю во врага гранатой и уклонюсь от куная, я дойду до босса. Ну, давай. Ну, конечно же, у меня это не получилось. Все таки, ну! Обосрался. И последняя жизнь. Знаешь, чем эта игра легче, чем Бакиохе? Длительность, она реально короче. Намного. Знаю, я ж тебе сразу об этом сказал. Но местами, конечно. Тут... Тут жопных мест много, довольно. Бакиохе, видишь, все... Бакиохе, все сложные места, почти, они на везении. Ну, кроме, наверное... Блять, я даже хрен знаю, кроме чего. Кроме танкера, наверное. Ну там тоже на везении. И самогонный аппарат на везении, и льдина на везении, и жабы на везении. Я там... Чего говоришь? Вот этот, который самогонный аппарат, ты мне давал, что ли? Ну самогон... Нет, я тебе давал луноход. Ага. Если самогонный аппарат я убивал на быстрашке. А, ну, ну да, 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 перепутался. Луноход легкий, не надо. Там считается. Не, он, конечно, из первых 4 боссов планет, наверное, самый сложный, но по сравнению с тем же крейсером и самогонным аппаратом, он там гораздо был. Просто самогонный аппарат и крейсер не речь. Вот чего он выпрыгнул раньше, чем надо? Или мне так показалось? Да нет, он нормально выпрыгнул. Мне что-то казалось, что успевал еще у того гранату кинуть прежде чем. 4 пуля. А, ёлки-палки. Вот не могу я с 3 жизнями до того экрана никак добраться. Надо сдохнуть. Ну, сдохни. Ну что за свинство? Вот играешь вроде одинаково, и в какой-то раз тебя этот мудак настиг. И вот опять он настиг, что за фигня? И вот он опять меня настиг и убил. И поимел. Это... Без вазелинчика. Ну а они, видишь, как прыгают, будто хотят в очко отшколить. Это как игра-то, блин, где это, в лесу-то этот охотник-то там. Да-да-да-да-да-да-да. И пошел жарить. Такой звук. Шиськи вроде жопы. Блин. Да, надо придумать такую хрень. Ну игра веселая, ну правда, да, видишь. Конечно. Она накопительная. Накопительная. Там после 15 или 20 уровня все уровни одинаковые. Во всех по 9 этих педиков и по одной обойме патрон. Все, и больше вообще не меняется. Сколько не играет. Патронов в обойме всего 5, а в каждом уровне 9 педиков. Еще есть такая игра, Свен называется. А, это замечательная игра. Вообще, особенно вторая часть. Это вообще охренеть.
Я тогда еще помню, с какой-то игромании его скачал. У меня есть диск, а может диска нет. Ну был точно диск, ну пиратский, но там DVD-ха и полное собрание Свена, все пять частей. Ну там вот эти первая, вторая вот классические, ну во второй, конечно, там компании, я хрен знаю, наверное, штук 10 там есть. Почему надо до хрена там проходить, сложно. Там инопланетянином есть играть, и собака, и, ну, еще компания отдельно. И три части других, ну, это платформеры вообще. Ну, то есть, суть та же, но прыгаешь, как Марио таком, как платформер, по вечеру. Вылавливаешь. Не, я первый помню, играл, пиздец. Я уж, конечно, не помню, сколько я набирал, но проходил я неплохо, да. Ну сколько набирал, я тоже не... Ну первый всего 5 уровней, по-моему, 5 или 6. Ну в общем, не свой. Вот вторая, вот некоторые компании, вот я играл там просто вообще жопа. Так а там не меняется вот как бы вся локация, да? Не, вот в первой части нет, а, вот, а во второй там есть такие, что там типа как вот, в прогере надо и через дорогу там переходить. Ну, то есть там грузовики всякие ездят, ну, там много нюансов. Там очень сложная есть компания. Ну, блин, вот это... Вроде бы, я не знаю, главный герой делает за секунду, наверное, 4 взмаха этим кнутом своим, и все равно враг умудряется проскочить. Это не решает здесь. Вот, смотри, вот все время так. Ну я хуй тебе могу сказать. Тащи и все. Последний рывок, да? Ну да. Порой понял, вот этих врагов, которые такие шустрые, вот как это, их проще стоять к ним спиной, как-то их лучше забивает. Ну я знаю, я обычно и стою так. Глюк или как надо. Я вообще под каждую ситуацию по-разному подбираю тем. Где-то спиной, где-то не спиной. То есть где-то так лучше, где-то так лучше. Потому что это же игра все-таки. На, сейчас пробую. Я вот спиной убил. Я вижу. Еще один чуть-чуть. Ну, все, больше их не будет. А, еще будет. Ну. Да! О, да! И теперь два босса подряд на одном касании надо пройти, иначе опять в уровень отбросить. Ну да, тебе надо не обосраться. Вот первый босс сложнее, конечно. Там тайминг чёрный надо. Ну, что не такой уж он сложный, но... Ну, в общем, мы бьемся с двойником. Да он не сложный. Он сроль. Просто если ты присядешь на чуточку раньше, вот как я сейчас. И все. Ты труп. Так ты здесь. Тут надо просто что, пусть он первым выстрелит. Не паси по этому поводу. А вот на втором ловил, то есть дольше получится, но зато качественно. Я знаю, ну блин, видишь, я все правильно делал поначалу, чуть-чуть. Ну, ты там просто поторопился и... Да, буквально доли секунды всего. Чтобы побольше ему пиздюлей типа ставить? Да нет, ну я как бы, я видишь, я не смотрю на него особо. Не надо, ля-ля. Все прекрасно знаем, ты алочный. Может быть, не, я серьезно тебе говорю, я на него практически не смотрю, я вот... по таймингу чувствую как бы. Чувствуешь, да? Чем ты чувствуешь? Жопой чувствовал, сука, как можно было так. Написал двери. Ну ты уже хоть доходишь, уже немножко осталось. Вот-вот. И решится судьба мира.
Да-да-да, мы знаем. Где? Куда пропали? Какого хрена? Ты снова сдох. Не говори. Чё говорить-то? И так все понятно. Андрюшка, Чебурашка. У меня уже какая-то, я не знаю, злость на эти кунаю. Какие кунаю, ёпты? Ну вот эти ножики ниндзя вот эти, которые бросают. Вот эти, я не знаю, они меня во всех играх бесят. Вот когда сюрикенами кидаются, как-то не так, а вот именно кунаю. Вот не знаю, что-то они все время... Это личная неприязнь. Какие-то такие противные. Сука, немножко неправильно. Ну ладно. Теперь, что мы делаем? Мы берем изоленту и начинаем с этой изолентить. Монтировать. Да блять, честно, видишь, нет, изолента осталась буркин хер. Синяя советская изолента, это намертво. Ну, я и не люблю пользоваться, она хуёл клеится. Плюс 20 для защиты. Угу. Не липко нихера. Говорят, если машину обмотать синей изолентой, то она выдержит удар от танка. Вопрос, какого танка? Ты видел этого врага? Вот ты видел этот момент? Он прям из преисподней решил еще мне насрать. Ты правильно бы сделал. Ты еще и жизнь заработал за очки. Уже! Тут сильно тоже там позже не присядешь, он довольно, ну, такие шустро стреляет. Чувак, я пока тут сидел дома, я тебе еще одного босса придумал. Молодец, замену нашел. Твой скилл впечатляет, но я думаю, он тебе больше не понадобится. Я устал от этих игр, ты должен умереть. You must die! Чувак, я уже сдох миллион раз, честно. Да это тупизна, вообще легкая форма. Ну тут главное не затупить. Ну да. Вообще лох. Я поначалу думал, бля, вообще жесть. Ну, не раскусывал. Не, ну есть тактика сидеть у него под ногами. А это сложно. Вот видишь, да. Когда нагибается, надо четко перебегать. Ну тогда быстрее, конечно, гораздо. Ну да ну нахуй, это сложно очень, честно, видишь? Я знаю, я пробовал, ну да, дерьмо это так. Понимаешь, дерьмо это. Не, ну может с полными хп, ну то есть, не в таком режиме можно. Сколько он забирает? Три черточки, наверное. Да. Ну то есть, ну реально там, ну... То есть, можешь себе позволить ранить. Граната спасет мир. Что спасет мир? Граната. Да, тут... На этом, вот в таком режиме, как я сейчас играю, гранаты просто, блин, необходимы. Ну и все, ёпта. Еееее! Даже быстрее, чем Брикман! И здесь мне музычка нравится. Теперь понятно, почему он засел-то, блядь. Ему надо же доказать, что он не хуже Брикмана, ёпта. Ну, кстати, кроме Брикмана я не нашел ни одного прохождения этой игры, ну, в таком режиме. Чувак, у тебя уже личная неприязнь ко всем, я гляжу. Ко всем хардкорщикам.
Тебя уже нет, надо. Нет, Брикман, не нет, Брикман, Брикман мой любимый стример, не надо. Не, не, не имеется в виду конкретную личную неприязнь, а факт то, что тебе надо доказать, что ты лучше их, и то, что ты. Я можешь. Не лучше, я не стремился пройти быстрее. Ну, то есть я вообще рассчитывал на 3-4 часа. Не знаю, у меня вышло. За сколько ты уложился, да? За 1:40. Ну и вот, я ж тебе говорил, это не сложно. Ну, я бы не сказал, что это легко. Ну понятно, это не как ЧПДЛ пройти, ёпты. Ну. Чё, ещё контру посмотрим? Да не знаю, делал, нет, чё, я меня делал до хера, ё. Но есть смысл контру сейчас, или на другой раз? У тебя 4 зрителя, больше ни хрена. Ну да, наверное. Ай, бляха-муха. Ну я, в принципе, с собой доволен. Неплохо, блядь. Вообще никого нету. Потому что это неинтересно, ни хера. Да ладно, я бы не сказал, что я таплюсь, блин. Я 2 кирохера гораздо дольше прохожу. Ну он и длиннее, извини меня. Ты не то сравнение взял. Ну я считаю, больше всего застрял на 10 уровне. Ладно, короче, подвязываем тогда. Чё ты, да? Всем пока, подписывайтесь на канал. Будете наблюдать еще, как Титан хочет всех нагнуть. Уже даже не в виртуальном мире, а в реальном. Своим мастерством, своим скиллом. В общем, будете наблюдать еще. У Ломакса, я знаю, очень много робов. И я так понимаю, он хочет осилить их все. Нет, не все, но есть парочка, которая я бы хотел пойти. Ладно, да. В общем, всем пока, ребята. Да. До новых встреч.